Театр начинается с вешалки, а поликлиника с регистратуры. Здесь медицинские работники обслуживают, консультируют, словом, помогают всем, кому это необходимо. Они подсказывают, кому обратиться, регистрируют больных на прием к врачу и просто могут дать совет. Сегодня из-за коронавирусной инфекции ограничен прием больных, но попасть к специалисту не проблема. Нужно всего лишь позвонить в поликлинику по месту жительства и назвать симптомы болезни. На месте специалисты уже решат, записать вас на прием или отправить врача на дом. Добрый день. Брестская центральная поликлиника вас слушает. Что у вас случилось? Скажите, пожалуйста, температура до каких цифр у вас поднималась вчера вечером? 38,5. Скажите, пожалуйста, в последнее время вы были в течение 14 дней в странах, неблагополучных по коронавирусной инфекции. И далее по списку. Вопросы, которые задают каждому человеку с повышенной температурой, в первую очередь связаны с посещением неблагополучных стран и контактов с другими людьми. Прием пациентов с повышенной температурой тела проходит отдельно. Врачи уверены, такой подход к делу поможет избежать распространения инфекции. Если пациент решил все-таки зайти в поликлинику, тоже обозначив, что у него есть температура, тоже организована у нас такая вот тема, что есть отдельные входы для такой категории пациентов. Выделены определенные кабинеты доктора. Эти пациенты у нас туда заходят, а потом уже впоследствии доставляется туда амбулаторная карта, заполняется медицинская документация, там проводится определенное обследование. Для того, чтобы уменьшить количество контактов между людьми, врачи ограничили доступ в поликлинике тем, кому надо взять справку или пройти водительскую комиссию, а также сократили время приема во избежание длинных очередей. В борьбе с распространением коронавирусной инфекции помогают дистанционные выписки рецептов или прием врача на дому. В отношении работы амбулаторно-поликлинических учреждений введены определенные ограничения. Подчеркиваю, ограничения. Да? Они касаются, во-первых, мы четко работаем с такой категорией пациентов, у которых температура, да, начиная от звонка в регистратуру, значит, определенно задается алгоритм опросник, если температура, были ли эти наши пациенты в определенных странах тоже с неблагополучной ситуации, и принимается решение. Сейчас приоритет для таких категорий пациентов их обслуживание на дому. В поликлиниках практически пусто. Количество пациентов значительно уменьшилось, при этом увеличилось число вызовов врача на дом. Каждый медик обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты, антисептиками, масками, перчатками. Терапевты выписывают пациентам больничный на максимально возможный срок. Пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями листок нетрудоспособности одномоментно выписывается на максимальный срок. То есть можно выписать листок сразу на 5-6 дней. Основной акцент делается на граждан пожилого возраста в связи с тем, что очень много заболеваний вирусными инфекциями сейчас. Поэтому пожилых пациентов, лиц старше 60 лет, мы просим, если человек заболел, если у него повысилась температура, появился насморк, кашель, обращаться в поликлинику, но не приходить на прием в поликлинику, а вызывать доктора на дом. В поликлиниках Бреста чуть ли не каждый час проводятся мероприятия по дезинфекции. Обрабатывают поручни, дверные ручки, стулья и другие поверхности. Также во всех медучреждениях соблюдают режим проветривания и кварцевания помещений. В Брестской центральной поликлинике как никогда тихо. Коридоры пусты и нет больших очередей к врачу. Все это напрямую связано с тем, что 16 марта 2020 года Министерством здравоохранения был подписан приказ о мерах по оказанию медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции. А значит, поликлиники Беларуси принимают необходимые меры для защиты населения от COVID-19.